Привет, народ! Это Шоткинец. Сегодня у меня очередная распаковка товаров из Китая. Посылка с AliExpress. Вот такая вот посылочка. Это сигнализатор для спиннинга, для рыбалки на карпа. Ссылку вы видите в описании. Вот так это выглядит. Стоимость 4,81 доллара, это около 125 гривен. Ну, плюс-минус, в зависимости от разных курсов. В общем, ссылку видите в описании в ролике. Шла ко мне 28 дней сегодняшним числом. Ну, вчера прошло 27. Из них неделю по Украине. Ну что ж, делаем распечатку. Видим обычный полиэтиленовый пакет, пушетку и внутри коробка, чуть мятая, надеюсь, не сильно. Полиэтиленовый пакет. Вот такой. Ну, без батарейки. Так что протестируйте. Я сегодня не получится. Куплю батарейку на днях. Допишем. Ну, а так посмотрим обзор. Вот оно вкручивается. Подкручивается. Так. Батарейка в комплекте не идет, но это тёпается внутри. Тарахтит. Ну, под крону, вроде говорят. Куплю батарейку и допилю дальше видео. Так, кнопки. Включение. Где-то у меня есть. Еще одна страничка. Кнопок идет. Так, сигнализатор памяти, сам светлячок, звук контролируется, тональность, чувствительность и само включение-выключение и динамик. В общем, вот такой сигнализатор. Ну, пока не протестирую, куплю батарейку и доделаю дальше обзор. Так что не переключайтесь, смотрите дальше. Это был Шоткинец. Привет, народ! Это Шоткинец. Это продолжение съемки, распаковки товара с Китая. Вот я купил батарейку к сигнализатору, вот такую, типа крона 6F22 9-вольтовую Philips. И попытаюсь проверить, как она работает. Так, соблюдаем полярность, плюс-минус. Пищит, значит, устройство рабочее. Так. Так. Вот. Включается писк. Работают два индикатора и должны погаснуть. Все. Индикаторы сработали. Дальше идет три кнопки настройки. Это чувствительность, громкость и тональность. Вот это. Громкость проверяем. Самый мелкий. Раз, два, три, четыре, пять. Пять видов тональности. Это самый громкий. Дальше. Тональности. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде или четыре. Раз, два, три,
4 тональных 3-5. Также и проверка чувствительности тоже настраивается. Дальше. Хорошо. Происходит разные. Ну, в зависимости от натяжения, от ветра, течения. То есть надо настраивать по месту уже. Сейчас возьму леску, проверим на леске. Так, создадим натяжку. И вот. И вот. Срабатывание. То есть в зависимости разных нагрузок будут по-разному срабатывать. Вот это самое мелкочувствительное. Лед это. Это вообще практически не чувствует. Работает. Это самое чувствительное. Малейшая прокрутка уже срабатывает. Ну что, для меня, как для рыбака, ну я езжу иногда на спине на десну, иногда на карася, реже на карпа. Ну, буду испытывать. Закажу, сделаю здесь переходник под палку. Рыбацкую удлинительную. Зато сточу. И буду совывать. Со временем. Со временем тухнет. Но работает. Должно выключиться. Все выключилось. Со временем закажу еще вторую, поеду испытаю ее, как покажет. Если мне понравится, закажу еще одну и закажу к ним старожки. Ну что ж, вещь пишу в комментариях, отлично, рыбаки. Испытывал. Наверное, еще закажу одну. Ну что ж, кому понравилось видео, ставьте лайк, добавляйте ролики себе. Всем пока. Это был Шустер.